Что я дал? Очередной? Даже принжер. Длину не будем говорить, у вас там квест, как всегда, в группе, да? А? Длину не будем говорить, у вас квест, как всегда. Не, почему? Если какой вино? Длина. А, да, кстати. А я и сам не знаю длину. Вот померишь, будет квест. Да. Всем привет, меня зовут мистер Ченнинг, и у меня есть мотоцикл мечта. Harley Davidson Rodkin Classic 97 года. Сегодня находимся в Alcatrashers Garage. У ребят сегодня, я, кстати, забыл спросить, сколько Alcatrashers Garage. Вот, мне тут подсказывают. У ребят сегодня знаменательное событие, юбилей, так сказать, мастерской. И сегодня здесь я был удивлен чисто, как никогда. Вообще, тут никогда не было вот так чисто и такой порядок. Такое ощущение, что мизантроп нанял, не знаю, ухти-тухти. Я потом расскажу. Короче, у мизантропа прям здесь, смотрите, какая чистота. Ничего не валяется. Стоит вот проект, вечный проект. Если этого мотоцикла не будет, то как бы неинтересно. У мизантропа стоит тут его вот мотоциклик такой замечательный. Как вам, кстати, крыло? Обязательно пишите в комментариях. Мне не нравится, потому что оно не стоковое. А так вот мотоцикл весь такой блестящий, хорошенький. Так вот, Лиса, Илья, я вас хочу поздравить со знаменательным событием. Привет. Привет, сосед, да? Да. Со знаменательным событием. Все нормально, все продолжается. И сейчас я вам кое-что вручу. Мизантроп меня очень вчера, если честно, огорошил прям приглашением на юбилей. Хотя я знал, что он будет, этот юбилей. Но мне казалось, это должно было состояться в августе. Так, я надеюсь, тут все доехало. Рюкзак тяжелый, работаем без оператора. Короче, смотри, у меня тут есть вот такая вот штучка. Я, видишь, замотал, так размотаешь. Аккуратно. Это, значит, с Милуоки прислали. Я специально выписывал. Специальный вискарь харлеевский. Вот такой вот упаковочки цыганской. Вот. Видишь, с ленточкой. Видишь, тут орел. Ну, как бы, это все аутентично. Здесь написано там Ливи Ториды. Ну, короче. Вот, это прям вот чисто вам, ребята. Вот, я и говорю, что Screaming Eagle, или как оно там называется. Так что, мизантроп. Вот, мы вас поздравляем, это от нашей занудной мастерской, вашей мастерской. Вот, но это же еще не все. В июне 2022 года приезжали подписчики Михаил и Андрей, и они привезли мне вот такую вот бутылочку. И они сказали, выпей это с мизантропом. Я ее сохранил, вот видите, она все запакована, короче. Вот она целенькая, такая прям. То есть и без всяких этикеток. Но я надеюсь, мы не ослепнем. Держи. Вот мы сегодня ее с тобой, я думаю, что попробуем, потому что она уже стоит у меня с июня месяца. То есть это чтобы вы понимали, что мы вот такие вот алкаши. Ну, не алкаши, раз в пятилетку соберемся. Просто на прошлой неделе, получается, было видео с Серегой Дорогой, а сейчас видео с мизантропского гаража, и вы будете думать, что мы тут постоянно пьем. Нет, мы не постоянно тут пьем, но сейчас, вот смотрите, что там на улице, вот, блин, там, наверное, темно, нет, вот свет, вот смотрите, что на улице, вот это вот все, это лед, гололед, я еле до мизантропа добрался, вот видите, темно, сыро, холодно, короче, я вообще не знаю, как мы будем отсюда эвакуироваться и как бы не покататься, с мотоциклами относительно все в порядке. Вот, сегодня суббота, день замечательный, и поэтому решили отметить десятилетие Alcatrashers Garage. Напомню, что ссылка на них будет в комментариях под этим видео, ну, в описании к этому видео. И напомню, что ребята занимаются изготовлением всего, чего хочешь, из металла, преимущественно из нержавейки, а вилка это из черного? Естественное ржавление. Даже пружина ржавая. Слушай, а она, подожди, вилка, она кому-то конкретно? Под заказ. То есть очередной мазохист. Где ты их берешь?
Народ, они сами находятся. Народ, не слушайте, короче, не ведитесь вот на вот эту новомодную хрень, там вот эти спрингеры, вот, вот такой вот стиль, потому что это мотоциклы для страданий. Паша подпоел за этот Паша вышел из твоего чата. Он купил себе уже телескоп от спорта, колесо от спорта. А, он же, да, Паша Кот, он мне что-то это, да-да-да, я ему писал. Он руль, кстати, да, там продает там какой-то твой. Слушай, у меня только, знаешь, какой вопрос? По поводу вообще Alcatraz Garage. Ну, тебе вообще пришла идея создать мастерскую? И когда ты создавал ее, ты думал, что она сейчас примет такой вид, который она приняла? Идеи не было, просто так получилось. Не думал, где? Не думал? Нет. А я знала. Она знала. Я знал. А женщины все знают, поэтому нужно с ними быть очень аккуратными. Они знают истину. То есть ты не думал, что вот сейчас будет. То есть 10 лет назад ты не думал, что. Ты думал, это так, просто там, ну, поржать, постебаться там. Вот видите, ребята, к чему приводят. Вот к этому. А что, отлично. Это, кстати, с этого, с Руат Кинга. Со стокового. Я знаю, тебе нравятся такие штуки, ты от них тащишься. Поэтому вот специально отрыл, видишь, все с орлом, бутылка, короче, все как положено. Так что, видите, мечты они приводят, вот, в итоге сублимируются к такому, вот видите, колесико, одно или два там стоит колесо. Вот а почему оно внизу стоит? Может, оно наказано? Оно будет выверяться, будет кронштейн суппорта делаться. А, пойдемте, хочу покажу. Давай. Из какого говна? Так, стоп. Поехали. О, заготовочка. А? Ёб твою мать, ты лобзиком выпиливал? Плазмой. Слышишь, я этот видел. О, а это Роман Бабаян. Нет, это Рамзан Бабаян. Рамзан Бабаян. Нет, Роман, привет. Кстати, этому человеку нужно отдать должное. Вот запомните, как выглядят люди, которые красят вот эти мотоциклы для страданий. Вот это вот покраска. Это покраска. Это вот как раз таки Рома делал. Видите, какая красота. А дизайн, я так понимаю, это совместный. Ага. Да? Угу. Вот ему тут какие-то подарочки. Что это такое? О! На стенку еще одна. Это тебе для кухни? Настоящий японец. Что это такое? Микшерный пульт. Кто? Микшер? Он рабочий, если что. А что ты с ним будешь делать? А это к мотоциклу можно приделать? Я гаражу, да, можно. Можно спорыкалывать. Ну да. Что здесь? Дэнон? Японский, да. Японский? А он не американский мизантроп? Это не Japan. Нет, это электронику можно японскую. А для чего он нужен? Буду диджеем, блин, наверное. А сегодня попробуем, короче. Так что вот, Роман занимается покраской, он красит и китайца мотоцикл он покрасил. Понял, непонятно. Вот. И, может быть, даже когда-нибудь покрасит мой Road King. Так что... Стоковый цвет. Кстати говоря, между прочим, если что. Так что поздравим ребят с первой десяткой. Да? Да! Не, ну а там еще будут вставки там какие-нибудь, я посмотрю, может, по ходу дела что-нибудь будем доснимать. Вот, ну а пока так, кстати, ты баки вот эти продаешь? Пожалуйста. Кроме вот этого. А что? Надо его попилить и сделать стоковый бак. Не надо его пилить, он отличный стоковый бак. Надо. Или этот. Не, да вот этот. Да. Слушай, кстати, у меня есть всякие железки, тоже, может быть, ненужные. Может, тебе их приносить в гараж, ты их будешь вешать на стену. Вот я тебе, кстати, одну на бутылку. Так что так. Вот такое вот видео сегодня. Вот такой телефон модный, с крышкой. Xiaomi. Нет, Poco. Мизантроп. Лиска, вновь прибывшие. А мы пока еще трезвы. Да, мы еще пока трезвы, нет, мы и решили. Мы и решили. Мы еще решили, почему запилить, потому что потом будет непотребство такое, как примерно у дороги Сереги в гараже. Ну, там, я думаю, что вы не сильно заметили, что мы сильно были пьяны. Так что сегодня с вами был мистер Ченнинг. Надеюсь, вам, как всегда, было интересно посмотреть это видео. Полезно чуть-чуть. Ссылочки на ребят будут в описании. Кстати, мои подписчики у тебя заказывают регулярно всякую байду. Реклама работает. Но только в одну сторону почему-то, мизантроп. Что тебе рекламировать-то, блядь? Что у тебя есть мотоцикл мечта? Нет! Нет, где отдача?
Где отдача? Ты мне спрингер там сделаешь на Рад Кинга? Если его поставишь. Ну, вот, вот как-то так. Спрингер я ставить не буду, но мы что-нибудь с мизантропом придумаем. Поэтому всем вам большое спасибо за внимание. Сегодня с вами был мистер Ченнинг, мизантроп и замечательная теплая компания из гаража мастерской Alcatraces Garage. Будьте здоровы. Всем пока. Машем. Машем.